Мы в Березнике, село каких много на севере России. До Архангельска почти 700 километров, до Вологды около 400. Вся жизнь здесь крутится вокруг Устьяновского лесокомбината, глава которого, как часто бывает, гораздо важнее формального главы района. Сердце Березника – Ледовый дворец. Это здесь самое заметное здание. А внутри неслыханная женская хоккейная команда, капитану которой 83 года. Вот она, Валентина Павловна, а все игроки 60+. По статистике, и здесь Березник ничем не отличается от остальной России, больше половины его жителей – женщины. А большинство из этих женщин старше 60 лет. Понятно, ладно. Про такой социальный срез говорят, что это и есть типичный избиратель Владимира Путина. Сам Путин тоже недавно сюда приезжал, и некоторые убранства к его приезду все еще сохранились на улицах. В общем, мы приехали в Березник, чтобы познакомиться и поговорить с этими женщинами и попытаться их понять. Дороги это строит Владимир Федорович, а не Путин. А государственные дворники есть? Нету, не положено. Что государство здесь делает? А государство, мне кажется, у нас ничего не делает. Так воспитаны были или как вот такая установка была. Это надо государству. Трудности, которые у вас в семье, да? Потому что дяди нет. А есть же еще люди, которые там погибают. Их так жалко. Вот зачем их там бомбят-то без конца и края? А кто бомбит? Как кто? ВСО? Так ведь не наши же люди. Телевизор смотри. А думаете, по телевизору правду говорят? Готовьтесь, сейчас будете играть. А кто выходит больше сделал для... Березника. Владимир Федорович или Владимир Владимирович? Владимир Федорович. А почему получается, что ребята умирают из-за Владимира Владимировича? Ну а что мы можем? Мы простые люди. Пока никто нигде не подает голоса. Все равно все идут и воюют. Я не знаю, где эта правда. Где она? А тебе было бы важно эту правду узнать? Наверное, да. Даже если она будет неприятная. Девочки! Олеговна, когда Валентина Павловна пойдет там, я не знаю, что-то делать, вы все должны к воротам подъехать, дождаться ее дождаться. Когда она подъедет, ну там, девочки, удачи, там, Устьяночка, один за всех, всех за одного, мы всегда говорим, понятно? После этого все уходят, остается первая пятерка, красная. Команда приглашается на приветствие. Поехали. За Валентиной Павловной поехали. Я последняя. Когда у вас команда образовалась? В 18-м году. Шутейно вышло-то. Мы занимаемся в тренажерном зале, а окна-то как раз выходят на хоккейную площадку. Слушайте, ну в тренажерном зале вообще не всякие пожилые люди занимаются. Нам так очень нравится заниматься. Мы все члены совета села, мы как бы активные все эти женщины. Ну вот, специально выделили нам час. Мы стали ходить в тренажерку. Так понравилось, там столько тренажеров. Это вообще можно заниматься, как говорится, всем и вся. А такое панорамное окно, а там все дети катаются. Нина Ивановна говорит, вот бы нам попробовать покататься на льду. Ну, кто-то из девочек вот говорят, вот в нашем детстве так ничего не было этого. Ни коньков, ни льда, конечно. Да и некогда было. Надо было работать, помогать родителям. А потом надо в колхозе, в совхозе работать было все лета. Вот бы покататься. Я говорю, так согласны? Давайте попробуем. Я позвонила Владимиру Федоровичу. Владимир Федорович, вот у меня девчата хотят покататься на коньках. В чем проблема? Я дам указ Маше, тренеру-то нашему, чтобы она вас поставила на коньки. Гол! Да, ничего страшного. Как ты здесь оказалась? Сама удивляюсь, как я здесь оказалась. Ну, скажем так, долгое время я жила в Москве, и я работала тренером в Атланте. Мы там собирались с девчонками, играли в хоккей. И получилось так, что позвонил директор
нашей команды. Олеговна, сама, иди! Она сказала, вот, готова поехать, там открывается Ледовый дворец. Нужно сделать красивую игру. Я сюда, когда приехала, ну, село, деревня, что, лес. Дороги были не как сейчас, все заасфальтировано. Раньше были дыры. Вот, и когда мы ехали, я говорю, господи, куда меня везут? И вот этот Ледовый дворец, я говорю, шикарно, нифига себе. Представляешь, в деревне построить Ледовый дворец. А когда я еще и зашла, боже, какие раздевалки. Была в разделке? Шикарные раздевалки, шикарные условия для детей, для людей. В итоге я решила как бы остаться здесь. Мне очень понравилось, тем более мне сделали предложение здесь набрать команду девочек, с ними заниматься. А потом вот так неожиданно мне сказали, там бабушки хотят играть в хоккей. Ты тренер команды. Я говорю, да ладно. Я говорю, а что с ними делать-то? Галя, меняешь Елену Ивановну. И пошла, Сина, пошла на ворота. Я Маше говорю, Маша, кати нам ворота. Ну, она подкатила, мы вчетвером за ворота, вторые подкатили еще четверо за ворота, и так с воротами ворота толкаем и едем, так и то еще под ворота удергивало нас. Формы для них пока еще не было. Я говорю, девчонки, ну у вас есть что-нибудь-то, знаешь, как бы защита какая-то? Они говорят, нет ничего. Я говорю, а как же я буду вас учить, вы же будете падать. А мы не будем падать. Я говорю, зачем? В итоге они одевали фуфайки, ватные штаны. В 79 лет первый раз на коньки встать. Угу. Покатались на ворота, с воротами дня, наверное, 3. Потом нам Маша вынесла вот эти игрушки. Там были... Белочка была. Вот. Мы покатались с этими игрушками. А потом потихонечку стали отпускаться и возле бортика еще походили, а потом уж на середину. А потом, когда стали потихоньку кататься на льду, Маша по клюшке подала. Это, говорит, третья опора вам. И постепенно, постепенно, с годами они у меня покатили, потом мы учились шайбы владеть. А потом Владимир Федорович нам новые формы купил. Так тут уж не страшно стало и падать. В баптистской церкви на Cemetery Road в английском Шеффилде обожают прогресс. У церкви есть свой собственный сайт и аккаунты во всех соцсетях. Пожертвования можно оформить онлайн, а проповеди послушать или посмотреть в прямом эфире. А еще церковь заботится о том, чтобы всем прихожанам и случайным гостям было удобно в старинном здании. Наняли модное дизайн-бюро, собрали фокус-группу из числа прихожан и выяснили, людей часто сбивает с толку то, что церковь называется на Cemetery Road, а попасть на любые мероприятия церковной общины можно только с перпендикулярной ей улице Napier Street. И поэтому многие и вовсе не заходят внутрь, опасаясь, что церковь закрыта. Решение нашли такое. К церкви пристроят современный стеклянный павильон, который соединит главные и боковые входы и одновременно станет уютным фойе для разных встреч общины. И суперфишка! Через прозрачные стены всегда будет видно, что интересного происходит в церкви. Павильон еще не построен, но многие прихожане уже успели прогуляться по нему с помощью VR-очков. Священники из Шеффилда, может быть, и сами того не зная, принимали решение, исходя из принципов работы UX/UI-дизайнеров. Проанализировали поведение пользователей, то есть прихожан, и придумали для них новый интерфейс, то есть стеклянный фасад. UX/UI-дизайнеры – это люди, без которых нам было бы страшно неудобно отправлять письма, покупать авиабилеты, складывать вещи в корзину на сайтах любимых брендов и даже ставить лайки в соцсетях. Они следят за тем, чтобы пользователю было всегда понятно, на какие кнопки нажимать, куда смотреть, по каким ссылкам переходить. Они исследуют, по каким сценариям мы пользуемся сайтами и ищут пути, чтобы сделать приятным наше взаимодействие с любым продуктом. Для любого бизнеса UX/UI-дизайнеры – это важные специалисты, от которых напрямую зависит прибыль компании. Стать UX/UI-дизайнером можно, окончив курс образовательной платформы «Нетология», который так и называется UX/UI-дизайнер.
Обучение длится 11 месяцев, но нужные навыки для поиска первой работы в новой области вы получите уже через 3 месяца. Это отличная профессия для новичков, мечтающих попасть в IT, ведь для нее не нужно уметь программировать. Курс подойдет и практикующим дизайнерам, желающим расширить набор своих навыков, и тем, кто хочет перейти на фриланс и работать из любой точки мира. Чему научат на курсе? Проводить исследования от постановки гипотезы до выявления инсайтов. Создавать интерфейсы с учетом аудитории и бизнеса. Адаптировать сайты и приложения под разные устройства и операционные системы. Выстраивать рабочий процесс по методологиям Scrum и Kanban. И многому другому. Подробную программу можно посмотреть по ссылке в описании или прямо здесь, по QR-коду на экране. А по промокоду «Скажи Гордеевой» можно получить скидку в 45% на этот или любой другой платный курс нетологии. Записываемся на курс UX/UI-дизайнер и получаем новую профессию, которая делает жизнь удобнее. Честно, не ожидала. Не ожидала? Не ожидала, что я буду их тренером. Тренерша, ага. Она у нас молодец. Мы с ней... Да, все. Все можно с ней обо всем поговорить и посмеяться, и все. Ну, а на катке она уже требует с нас. То, что мы делали, то, что ей надо. А выйдем в раздевалку тогда, кто уже... Все, женские дела. А я смотрю, как я иду, я как корова вот так. А ты не боялась, что они рухнут на льду, упадут, и там перелом шейки бедра, и все хана? Да, боялась. Особенно, когда Валентин Павлович падает, я такая, все, мне хана. Тренер не углядел. Нет, она встает, молодец. Такая, живчик. Значит, еще не все потеряно в этом возрасте. Старайся все раньше делать. Ты поняла меня? Ты все время, все в последний момент, и оно у тебя соскакивает, эта шайба. Пораньше чуть-чуть свои действия начинай. Кому я говорю? Я все, что не скажу, они забывают и не слушаются. Дети малы. Ай, сама бросай, ну что ты ее ждешь? Давай, 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 я тебе всю энергию даю, не мандражи, ты у меня должна сегодня забить. Нагрузки сильно не даю, потому что по секрету они ко мне приходят. Мария Александровна, у меня там высокое давление, но я выпила таблетку, все нормально. Я говорю, ты с ума сошла, иди давай домой. Нет, я хочу играть. Я говорю, а если ничего страшного, ничего не случится? И? Но беру риск на себя, что не дай бог с ней что-то случится. Допускаю к тренировке. Но при этом я смотрю. По ним видно, если ей тяжело, она вся покраснела или там побледнела, конечно, гряди, сиди, отдохни просто, чтобы хотя бы снять. Леночка, садись, отдыхай. Я думала, передохну. Да. Выдохнешься еще как. Все, отлично. Дыши только, дыши. На шатырь принести? Нормально. Валерьяночки? Нормально все. Да, точно? Не дрожат? Удивлением нет. Отлично. Вот Валентина Павловна бежит, я говорю, господи. Лишь бы не на тренировке, лишь бы не на тренировке. Вы в 40-м году родились, да? Да, я родилась на Едами. Это деревенька лесная, бывший Черевковский район. Родители мои простые крестьяне. Мать неграмотная, одного класса не кончала, свою фамилию кое-как. Царапала Лидия Ивановна. А отец кончил церковно-приходскую школу и считался очень по тому времени грамотным мужиком. Нас пятеро, у всех у нас высшее образование. Начальная школа с 1 по 4 класс, 2 километра от дома. А с 5 по 10 надо было 15 километров ходить в школу. Но мы не каждый день ходили. В понедельник уйдем, в субботу домой.
А спали где? Жилье снимали на квартирах. Вот я жила, дедушка да бабушка, они не родные, никак не знакомые даже, но они пустили. Спали мы на палатях, мы с братом там жили, и еще соседская девчонка жила. Вторая. Палате это где-то, где над печкой? Не обязательно над печкой. В деревнях везде палати были, все на палатях в повалку спали. Такие мешки, можно сказать, набьем сеном или соломой, или травой, и все. Одеял не было, подушек не было, простыней, тем более, да там пододельников или наволочек, этого ничего не было. А закутывались вверху там так ведь тепло, так каким-нибудь тулупом, фуфайкой, еще чем-нибудь ноги закинешь. Пятый класс закончила, коней пасла. Загон такой в лесу. Мама коней кормила, а я, летом я пасла в лесу их. Повод было волков столько много. Так-то днем-то так волки-то боятся. А да я и залезу на черемуху, ягоды ем, да песни пою, а кони около меня ходят. Вот. А тут как-то в ночную нам пришлось... Так тут мы насмотрелись, нам и страшно было. Волки пришли к стаду, к табуну коней. Малыши все же, ребята, в середину, а они в круг встали, головы в центр, а зад наружу. И волки ведь убежали. Один раз пнули, другой раз пнули. Те взвыли и убежали. Отбили же ребят. А мы с Зоей на одна на одном дереве, другая на другом, дрожали. Кричали, конечно. Первый класс я пошла босиком. Нечего было одеть. И вот сентябрь, октябрь, все босиком ходила. 47-й год. Да. И посадили меня на первую парту, и у нас учительница. Крыкова Нина Васильевна. Мне так казалось, она, ну, такая она красивая, такая она хорошая. Вот я так в нее влюблена была, что все, думаю, все, я буду учительницей. Ну вот, пронесла свою мечту. Ты валерьянку выпила? Нет. Иди выпей. Так, конечно, уже видно сзади, как ты нервничаешь. Ты могла бы валерьяночку-то принять? Тебе принести, может быть? У нас прокат коньков считается. Взрослые 250, детские до 12 лет 150. Со своими коньками 100 рублей взрослые, детские 50 рублей. А после вот того, как вы возглавляли целую почту, не скучно вам здесь работать? Так ведь я уже 5 лет не работаю на почте, теперь уже свыклась. Первый год мне было очень тяжело, а потом уже свыклась с этим. А у вас этот интернат, это как детишки откуда? Это хоккейный клуб. У нас же очень много команд хоккейный клуб. Они откуда все набираются? Набираются с Березника, с Октябрьского. 3 автобуса ходит, все по часикам. Дети учатся здесь в гимназии. Потом у них занятия хоккеем, они уезжают домой. Техника предоставляется и утром, и вечером. Из Шангала, из Советского, и со всех можно, кто желает, пожалуйста. А это государство предоставляет или Владимир Федорович? Нет, это все Владимир Федорович, все бесплатно, форма бесплатна, от трусов и до верхней одежды. И все. И кадетский класс также у него обеспечен полностью. А что государство здесь делает? А государство, мне кажется, у нас ничего не делает в нашей местности. Здесь, мне кажется, тут все Буторина финансирует, все везде кругом. Но он заинтересован, чтобы наше село было самым лучшим, чтобы у нас было как можно больше населения в нашем селе, чтобы оно процветало, а не загнивало, как другие населенные пункты. Я правильно понимаю, что здесь получается такое государство в государстве? То есть вот здесь это государство Владимира Федоровича, а там где-то есть какое-то государство Владимира Владимировича, и они не пересекающиеся миры? Или пересекающиеся? Пересекают. А каким образом? Ну, у нас есть охотхозяйство. А люди, которые сюда приезжают, хотя бы поохотятся. Там кабаны, олени. Все вот это мясо, которое гости настреляли, что-то себе берут. Все остальное уходит на... у нас теперь еще комбинат мясной есть. Мы делаем свою колбасу, тушенку. Все на продажу. Да. Тем более еще и у нас свое молоко есть. Все. Зачем вам Москва тогда? Так я и не говорила, что нам нужна Москва. Я говорю, здесь так хорошо...
Вот бабушки мне несут соленья, помидоры, огурчики, закруточки. Яйца даже иногда несут свои домашние. За даром. Хотя я им всегда говорю, возьмите денежку за спасибо. Говорит, не надо. Расскажите про Федоровича. Я так правильно понимаю, что этот человек здесь, в общем, главнее, чем президент? Ну, в нашей-то деревне главнее, да и по району, наверное, главнее. Потому что он все-таки много очень делает для села. Приедешь в поселок, посмотришь, вот они там накидали, вот это. Едут, из машины выкинули. А мы пройдем по селу, у нас так чисто, красиво, все везде. Приятно же, приятно. Во-вторых, все обеспечены работой. Заработок у всех неплохой. У нас же все живут, у всех машины, да и не по одной. Можно взять и кредит, потому что ты знаешь, что ты получишь зарплату, и завтра надежно, что ты ее получишь, и этот кредит можно выплатить. Поэтому у нас кто вот такие предприимчивые, да хозяйственные, у нас все построились, молодежь, кто захотел остаться в деревне. У всех шикарные дома хорошие, добротные, красивые, современные уже. У всех проведена вода, тепло, это самое, как говорится, туалеты у всех теперь теплые. Все уже как бы живут с удобствами. После революции и гражданской войны на берегах Босфора жили десятки тысяч беженцев из России. Они привезли в город свою еду, свою моду, свою водку и, разумеется, свою музыку. По улицам ходит картонный гигант с красным носом в черном цилиндре. За ним по пятам целая толпа. Это живая реклама белоэмигрантского кабачка «Черная роза». Так в белоэмигрантских воспоминаниях пишет об одном из главных мест притяжения русских константинопольцев того времени. Главной звездой «Черной розы» был молодой шансонье Александр Вертинский. Он прибыл к турецким берегам в 1920 году на том же корабле, что и белый генерал Врангель. Соотечественники приходили в «Черную розу» поностальгировать под песни на родном языке. А вот турки, а также англичане и французы полюбили цыганские романсы и плясовые в исполнении Вертинского. Его даже приглашал выступить в своем дворце последний султан Османской империи. В общем, успех был ошеломительным, но коротким. Спустя год певец сменил «Черную розу» на загородное кафе «Стелла», а затем получил греческий паспорт на имя Александроса Вертидиса и начал свои долгие странствия с концертами по Европе. Сегодня Турция снова принимает тысячи россиян, покидающих родину. Некоторые приезжают ненадолго, другие решают остаться, но не всегда знают, как лучше закрепиться в стране. Один из недешевых, но надежных и стратегически выгодных путей легализации – инвестиционное гражданство. Турция – одна из двух стран в мире, которая все еще готова выдавать россиянам гражданство за инвестиции. Получить паспорт Турецкой Республики можно, купив в стране недвижимость стоимостью от 400 тысяч долларов. В условиях, когда из-за скачки курса и банковских санкций накопления сгорают, это неплохой способ вложить и сохранить капитал. Тем более, что через 3 года недвижимость можно продать без потери гражданства. Турецкое гражданство открывает множество возможностей, в том числе безвизовый режим со 110 странами, в числе которых Япония, Гонконг и Сингапур. А еще с турецким паспортом проще открывать банковские счета в разных юрисдикциях. Спрос на недвижимость в Турции, особенно в Стамбуле, активно растет. А представители турецкой оппозиции вообще-то предлагают повысить инвестиционный порог или вовсе запретить иностранцам покупать недвижимость в стране. Так что рассмотреть этот вариант лучше поскорее. В конце этой недели в Турции второй тур президентских выборов. И после него программа инвестиционного гражданства может начать стремительно меняться. Поэтому лучше воспользоваться возможностями, пока они еще существуют. Помочь с поиском жилья или оформлением документов могут эксперты международной компании Astons. Эта компания специализируется на иммиграции и релокации и знает обо всех юридических тонкостях, связанных с оформлением нового вида на жительство или гражданство. Кстати, переезжать в Турцию насовсем после получения гражданства не обязательно. Альтернативное гражданство за инвестиции – это инструмент, открывающий возможность для большей мобильности и позволяющий сохранить качество жизни. А как уж пользоваться этим инструментом, зависит только от вас. Переходим по ссылке в описании, записываемся на консультацию к экспертам Astons и инвестируем в будущее без границ.
Удивительно, что он не уехал, конечно. А что удивительно? Ну, обычно ли человек разбогатеет и уезжает. А ты думаешь, он богат? Думаете, нет? Так он, понимаешь, он деньги не куда-то в кубышку. У него нет, например, там на Майами, еще где-то там дача этих дворцов, у него этого нет. У него простой деревенский дом. 5 лет тому назад заложили яблоневый сад здесь, в Березнике. В этом году мы приличный урожай яблок собрали. Ну и самые красивые яблоки такие, корзину яблок положили. Я попросила машину и свезла в Турину. Надо туда, на Пентус. А там у него ремонт идет. И он живет в таком бараке, так хуже моего-то дома. Я еще Кристине говорила, его сожительница, говорю, ну, Владимир Федорович, в таком он бараке живет. Он для себя не знает, чего делать для себя. Отдыхать он куда-то далеко, он не ездит. Он отдыхает у себя на охоте. Ну, на охоту ездит, на Белое море, в Сибирь ездил, в Африку как-то тут ездил на охоту. А так он с раннего утра и до поздней, до ночи, до 2 часов ночи на работе находится. И то, что вот сейчас у него вот такие заводы огромные, это благодаря вот его труду. И учился он, и трудился. И вот и сейчас он большую часть доходов он просто отдает людям. Вот ледовый. Немало миллионов надо, чтобы содержать этот ледовый. Здесь одних тренеров 13 человек. Да 2 директора. Да сколько техничек. Все, ведь он и зарплату-то платит, не государство. Он сразу приехал после армии домой и остался, и остался. Ну, у него эта жилка крепкая. Мы начинали работать с ним в 92-м году. И я помню, он так вот сидит и говорит, вот у нас будет в деревне то, то, то. Я так сижу и думаю, ну, неужели это все случится? Проходит, ну, 10 лет, это все сбылось. Он все это, как сказать, воплотил в жизнь. То есть получается, что хоккей тоже, ну, он как будто бы вам оплачивает? Ну, мы ходим бесплатно. Так, форма? Вот форма, да, он все купил нам бесплатно, а форма очень дорогая. А вы про себя думали, ему зачем это? Мы никак не задумывались, что зачем это. Просто он решил создать хоккейную команду, вот бабушек. А ему, наверное, самому интересно сказать, смогут ли нет у нас бабушки? Пусть попробуют. А правду говорят, что вы были учительницей вот этого самого Владимира Федоровича? Да. Правда. А, так это вы его, получается, таким воспитали? Ну, я не одна ведь его воспитывала. Он родился здесь у нас в Березнике. В Березнике вырос, все. Школу закончил с неудом. С неудом? Блин. Он до сих пор, когда вспоминает, Валентина Павловна выпустила меня с неудом. Я директором школы тогда была. 30 лет отработала директором школы. Таня, доброе утро. Слушай, ты не заметила, Паша Киевскому привезены дрова или нет? Честно говоря, не заметила. Когда должны быть привезены-то? Привезены уж давненько. А? Не сегодня, ну, не вчера. Я, может, вон спрошу у той же Тани Белозеровой. Ага. Звоню вам, хорошо? Хорошо, хорошо. Угу. Какая вы были учительница, строгая? Строгая. Двойки ставили? Конечно. Ну, ладно. Кто чего заслужил? А как у вас с Владимиром Федоровичем такие отношения-то сложились? Ну, я его среди учеников особо не выделяла. У нас более вот такие теплые отношения сложились, когда он стал предпринимателем. Угу. Я к нему часто обращалась как директор школы за помощью, и он всегда мне оказывал помощь. У него тогда в семье не все ладно было. У родителей. Ну, так я его все, каждый раз с днем рождения поздравлю, пирог испеку, принесу ему его, потому что у него конторка тут была небольшая. Мы сначала, как он только первые машины с лесом отправлял, он мне позвонил. Валентина Павловна, можете меня выручить? Как выручить? Я вот машину в Москву отправляю, мне бы на бензин денег надо.
А у нас, ну что, у директора велика ли зарплата? Может, в его-то понимание, что директор школы так много получает, а директор школы зачастую получал меньше учителя, потому что нам больше 12 часов вести нельзя было, а директорская ставка была небольшая. Я говорю, Владимир Федорович, сколько... Ну, я тогда-то еще Володя его называла. Володя, сколько тебе денег надо? Он говорит, да вот только на бензин. Я говорю, ну ладно, приезжай. Пока он ехал до моего дома, я все кошелек вытрясла из сумок, все из карманов. И, ну и вот такую кучку с мелочью, там и бумажные денежки были. Он приехал, я говорю, вот это мне на хлеб, на семью, а вот это можешь забирать, если тебя устроит. Он посмотрел, хорошо устроит. Вот. И так было несколько раз. И вот что, он никогда ни на один день не просрочит. То есть вы были инвестором его бизнеса? Ну, если так можно сказать. Ну, теперь вы видите, его Владимир Федорович называете. Да, теперь Владимир Федорович. Так как-то неудобно, ведь я в обществе буду обращаться к нему, Володя. Ведь неудобно. Хорошо, Ваня Николаевич. Беги, беги, Мила, беги! Валентина Павловна, выходи давай. На подачу, чего спим? Меняемся. Давай, 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 давай. Иди помогай, помогай уже в защите. Ой, долго все, долго. Оля, пожалуйста, если ты себя плохо чувствуешь, давай лучше ты посидишь. Я жду от тебя, понимаешь, игры. Понимаю, что я не играю? Ты очень медленно, очень медленно. Ты, я знаю, что ты можешь быстрее. Тебе хорошо дали пас. Ну, старайся принять. Помнишь, я тебе показывала клюшку, хотя бы разверни. Все, основные молодцы, садимся. Готовьтесь, сейчас будете играть. А среди ваших братьев и сестер, с кем вы больше всего дружили? Старшим братом и младшей сестрой. Младшую сестру я нянчила. Она на 6 лет меня моложе. Матери с отцом некогда нянчиться. Им надо работать, ведь колхозники. Так. С раннего утра до позднего вечера на работе. А кто будет нянчиться? Все. Я в школу не ходила еще тогда. Я с ней нянчилась. Она росла полненько такая. Ребята побегут купаться в речку. И я побегу. Тоню за руку. А под горку бежать-то? Под горку-то она еще сбежит. А в гор что хочешь делай? Заревит, сядет, не идет. А у меня силы нет тащить ее. Вот. Всяко бывало. Бани приходилось мыть. Сама еще ребенок пить. А приходилось мыть и в бане. И поехала я, когда в школу, в 5 класс. Отец повез на лошади. Первую машину я видела. Еще на дровах ездила она. Такая труба широкая. Туда спускали вот такие дровишки короткие, столь толстые чурочки в диаметре. Мы всей гурьбой за машиной первый раз увидели. Помню, как первый раз кино нам привезли. Еще немое. Как война началась, не помню. А войну помню. Вот отрезок помню. У нас эвакуированные из Карелии. Во время войны приехали семья. Мама, сын и дочка. Она маленькая была, ну, лет, может, ей 3-5, так примерно. А сына звали Миша. Тот постарше меня был. И помню, как с лучиной сидели, керосина не было. Я еще лучину помогала держать. Вот такое, как светильник назывался. Корыто деревянное, куда воду наливали. Здесь вот такая стойка стояла. Тут железка. В эту железку втыкали лучинину, подсвечивали, поджигали ее, и угольки падали в воду. И очень хорошо запомнила, как отец с войны пришел. Он пришел 6 ноября 45 года. Мы с Сашкой, с братом, сидим на печи. А на печи тогда зерно сушили, колхозное. Овес был насыпан, а вообще горох попадал.
Так вот мы эти горошинки искали и ели. Да и на печи сидели, может, и не потому, что горох искали. А холодно зимой, так ведь 6 ноября уже снег выпал. И вдруг стук в дверь. А в деревне ведь не принято тогда было так стучать в дверь. Заходили, здоровались и все. Мы притаились за трубкой, а мама что-то у печи там делала. И входит мужик. Черная одежда вся, черная шапка, весь черный. Нам так страшно, что он весь черный. Потом смотрим, мама бежит к нему, обнимает. Значит, хороший мужик, коли мама обнимает. А потом нас с печи спустили. Меня на одно колено, Сашку на другое колено. Все, сказал, что я ваш отец. Сразу, тут у нас недалеко скотный двор был, кровник. Так прибежали доярки, кто плачет, кто как. Потому что у кого-то погибли мужья, у кого сыновья погибли. А отец у меня на Балтике моряком служил. Такой клюш широкий, черные штаны. Вот я все за штанину ухватилась и за ним ходила. А еще помню, что во время войны мы с Сашкой, с братом, весной ходили на колхозное поле, картошку собирали. Они прозимовали, промерзли, а весной они оттаяли, снег-то стаял. Мы вот эти картошки сходим, насобираем, мама намоет, в печь поставит, в чугун, такой большой чугун, в печь поставит. Потом эта картошка сварится, она очистит кожуру и столчет ее. Вот было бы сейчас, да хоть молоком бы залить, а тогда молока не было, корова своя была, а молоко все сдавали государству, а нам обратно дают. Это белая водичка, сметана отделена, так, там что уж, какой вкус. Вот этим обратом разведет, посыплет солью, размешает и колобочки сделает. Надо бы в муке повалять, а муки нет. Так вот, мы тоже насобираем. Клевер мать насушит, натолкет. И вот в этих шишках немножко мучки посыплет, в этих шишках вывалит. И в печь. Достанется из печи. Так мы-то ждем, скоро ли мама-то достанет колобки, то эти поесит. Охота поесит, а нечего, да. Вот. И вот понимаете... Такие они вкусные мне казались. До сих пор я этот вкус, вот как разговариваю, мне кажется, вот до сих пор этот вкус помню. Голодно было, очень голодно. А почему было голодно? Ведь корова своя была. Корова своя, молоко надо сдать. А почему нужно было сдавать? А налог? Налоги сняли в 56-м или 57-м году. А так молоко сдай, масло сдай. Куры есть, нет, яйца, определенное число яиц надо, допустим, 300 штук. Картошку сдай, мясо сдай, шкуру тоже себе нельзя оставлять, тоже сдай. Налоги были сумасшедшие, да еще на сколько-то денег сдать. Так вот, для себя-то ничего и не оставалось, все надо было государству сдать. То есть вы как крепостные, что ли, были, получается? Да не крепостные. Мы, вот ты понимаешь, так воспитаны были, или как вот такая установка была, что надо поднимать хозяйство, надо государству это надо государству. Так и никто и не возмущался, все сдавали, несли, все. Я и до сих пор, если мне скажут, что вот надо, у меня нет такого хочу, не хочу, буду, не буду. Надо, значит, надо. А хорошо это или плохо? Ну, я считаю, это дисциплинирует человека. И это хорошо. Так, куда ехать, говорите? На дорогу-то уезжай, потом налево. А на кого охотятся у вас тут? На всяких лесных зверей налево. Я ведь уже сказала налево, ты не слышишь меня? Вы там сказали налево. Что, все время же налево поворачивать? Да. Так по кругу будем ездить. Зачем по кругу? В качестве дисциплины налог успеха и процветания. Согласны? Качество и дисциплина, а не качество дисциплины. А мне кажется, счастье залог успеха и процветания. Когда человек счастлив, он хорошо работает. Не всегда. Почему?
он прорадуется своему счастью и работу забудет. Не спеши, не спеши, сейчас направо надо будет. Наконец-таки хоть направо. А волки есть? Волки много. Правда? Здесь ходят волки стаями. Папа ваш рассказывал вам про войну? Рассказывал. Он служил на Балтике на минном катере. В этот катер однажды попал снаряд. Катер разорвало, и он оказался в воде. Его контузило, очнулся, говорит. А кругом, говорит, тела плавают. У кого-то ноги нет, у кого-то руки нет. Одна там женщина, говорит, она там была как санитарка. Так у нее, говорит, живот разорвало, но она пока еще жива, кричит. Вот страшно, говорит, очень было. Но те живых-то подобрали, другие катера подобрали. Еще рассказывал, говорит, вот там много городов они брали. И говорит, если моряки десант высадят на берег, если моряки пошли в атаку, то немцы, говорит, бегут. Как малые дети, моряки бегут, кричат полундра, и вот эти все в черном-то, с автоматами наперевес, они, говорит, очень боялись. Готовили их на Тихий океан на случай войны с Японией, но все обошлось, поэтому домой пришел. 9 мая праздновала? Это ведь не так давно стал массовым праздником. И не чествовали, и воинов. Участников Великой Отечественной войны не чествовали. Вот я уже в Березник приехала, да как-то участников, вот когда памятник поставили здесь, так вот участники Великой Отечественной войны, они придут с орденами, тогда митинги стали проводить, и вот они с орденами придут, на первую скамейку мы их посадим, поздравляем. У нас недавно умер последний, ему было 96 лет. А ветераны Великой Отечественной войны, если кто до 32 года родился, то они считаются участниками войны. Мы в Березнике тогда уж давно, чествуем детей войны. Мы где-нибудь около 9 мая собираем всех детей войны и устраиваем их праздники. Если на праздник не может этот человек прийти, то мы ему несем домой подарок. Совету села спонсирует Бутерин. В этом году составили смету на год, и у нас получилось 1,5 миллиона он нам выделит. У нас есть, например, раздел «Ветераны». И чествуем их, устраиваем их, им праздник, праздничный стол, концерт, поздравления. Те, кто опять не может прийти в ресторан, мы организуем подарки на дому. Что дарите? Продуктовый набор. Ну, примерно рублей на 700. И у нас получается, ветеранам мы выделяем примерно около 180 тысяч на год. Поздравляют с днем рождения, с юбилеем на дому ходят. Свадебные еще, если юбилей, уже ходят, поздравляют. Есть у нас раздел «Последний путь». Там, если человек, допустим, постоянно прописку имеет и постоянно живет в нашем округе, мы выделяем на похороны 12 тысяч, выделяем бесплатно транспорт, допустим, морг свести тело, из морга вывести. На хозяйственные расходы у нас дворники работают в Березнике. Вот. То есть это государственные получаются деньги? Или да это... с чего-то Владимир Федорович выделяет. 1,5 миллиона вот он нам дал на год. Совету села. Вот составляйте смету и распределяйте. Вот я и вам рассказываю, как мы распределяем. Я поняла, поняла. Вот. У нас вот здесь 3 дворника постоянно в Березнике. 4-го дворника мы берем на лето. А государственные дворники есть? Нету государственных дворников. А почему так? Да потому что нету, не положено. Дворники только через совет села. Как-то тут у них был совет, они все собрались, и я решила прийти. Так. Сижу, ой, у них там такая дискуссия, они обсуждают, что там не хватает мусорного бака
потому что едут какие-то посторонние гости, там откуда-то едут, у кого-то гостевали, мусор с собой взяли, где их вынести? Увидели ведро мусора и туда пихать весь пакет. Я говорю, как интересно, о чем они могут еще обсуждать? Но главное, чтобы порядок был в деревне, я так поняла. Валентина Павловна за этим и следит. Чтобы дрова, когда привозят дрова, чтобы они не валялись. Они должны быть сложенными. Где мусор, там надо обязательно убрать. А к 9 мая они моют памятники. Угу. Но как бы в деревне жизнь, она есть. Смотря на другие деревни, там все умирает. Потому что нет поддержки. А здесь поддерживает Владимир Федорович. И здесь есть жизнь. Меня надо было, Максима, меня надо было убить и матери отправить в гробу с сынком. Да, я понимаю. Да? А я живой. За все воля Аллаха. Аллах Акбар. Будь я проклят. Я член совета села. Вы отвечаете за какого? Вот за этот, за горылец, за свой. За порядок на горыльце, чтобы все было в порядке. Какие, допустим, вот вдруг света нет. Я уже должна позвонить, сказать, что у нас вот, допустим, фонарь не горит. Допустим, там что-то, урну, например, сбили или там это, тоже я должна позвонить. Дороги вот бывают плохие. Тоже звоню, вот надо дороги расчистить. Или, допустим, вот надо бы подремонтировать там где-то чего-то. Вот такая вот наша работа. А если кто плохо себя ведет? Ну, можем одернуть. Но у нас таких нету. Такого нигде нету. Нету. А у нас вот он создан, этот свет. И он давно, и вот благодаря совету у нас держится порядок в селе. То есть в первую очередь был нацелен вот этот совет на благоустройство и порядок в селе у Бутурина. В этом совете состоят женщины с каждой улицы по человеку. И на этой улице член совета села – хозяин. Все. К нему с вопросами идут. Если этот член совета села не может сам разрешить вопросы, то идут в совет села. У нас кабинет свой, у нас компьютер, у меня секретарь. Все, честь по чести. Эта общественная организация следит за порядком. Наша-то главная-то задача – навести было порядок в нашей деревне Березник – и поддерживать порядок. Года два наводили, и до сих пор работаем. А что вы решаете? Я видела, как вам участковый приходит отчитываться на отчет. У нас все отчитываются. Директор школы отчитывается, директор дома культуры отчитывается, заведующая садиком отчитывается. Вопросы о торговле мы ставим, вопросы о работе кафе мы ставим. То есть нельзя открыть кафе, чтобы не прийти у вас не попросить разрешения? Нет, открывайте на здоровье, а работайте, и работайте как следует, без замечаний. А, то есть если вы сделаете замечание, то что будет? Выполнят наше замечание. А если не выполнят? Ну, как не было? Право не имеет такого не выполнить замечание. А это общественная организация? Общественная. Вы деньги не получаете за это? Да, от государства мы ни копейки не получаем. Что это за альбом? Мы для Путина готовили. А это когда Путин приезжал, вы хотели с ним встретиться? Да. Но не удалось. Не пускали никого. Оцепление было. Те, кто встречались... Перед этим всех по 10 дней в карантине держали, в том числе и Бутурина. И он согласился? Что делать? Если нужна встреча с президентом, согласишься? Ну, а что от той встречи? Вот этой встречи много мы выиграли. Во-первых, решили вопрос с транспортировкой пиломатериалов от Бутурина через Ленинградский порт. Так. Так. Второе. Стали больше выделять вагонов для транспортировки пиломатериалов на восток. Так. В Китай.
инвестиции, больше инвестиций на строительство соцобъектов. То есть без Путина вообще никак нельзя было это решить, разве? А с кем решать, как не с президентом? Я горжусь тем, что вот такая есть у нас комсомолка, теперь спортсменка, активистка, правильно. Вы показываете пример всем, даже мне. Тогда, даже вчера мы когда шли, как она вот шла прямо вперед меня. Я бы сейчас маме ей, и я бы за ней пошла вот за этим знанием. Так что, Валентина Павловна, я желаю вам, конечно, крепкого здоровья, благополучия, счастья, чтобы близкие всегда вас радовали, чаще навещали. Нам Бутренко обещал. Был у меня на дне рождения, так и сказал, что на следующий год постараюсь организовать встречу, сфотографировать вас с Путиным. И за вас. А о чем вы мечтаете? С Путиным сыграть. Вы молодые, вы не так воспитаны, вам не понять. Мы уже об этом, наверное, года два говорим, что нам хочется с Путиным сыграть. Ну зачем? Ну, не знаю. Они в таком возрасте, мы в таком возрасте. Наверное, Путина повидать вживую. Считается, что самые главные путинские поклонницы – это вот женщины, которые на пенсии, и, в общем, которые одинокие. Почему эти женщины так его любят? Ну вот я как сама вот скажу про президента. Мне он нравится чем? Во-первых, он военный человек. Он стратег. Он это, как говорится, вот разбирается во всем и во вся. Он ближе к народу. Он, как бы сказать, мягче. Вот был президент до этого, как его... до Путина-то стоял. Молодой-то. Дмитрий Медведев-то. Он очень жесткий человек. А этот мягче, лояльнее. И вот, например, если бы были все соратники, то, что он, как говорится, указывает, дает указания, и все бы исполняли, был бы такой же порядок, как у нас Березники. Но половина то, что он говорит, половина еще не делается. Половина не делается. Вот с этими же вот с военными это самое. Путин сказал, вот это не будет. Нет, это есть. Чего не будет? Вот сказал, форма там одета, все одеты. Нет, ведь на самом деле ребята пошли раздетые. Хорошо, вот у нас Владимир Федорович одел всех военнослужащих. А много ушло из Березняка? Так у него с УЛК-то, с предприятия много ушло. Он же всех одел. И палатки, и все выделил деньги. Я, например, поддерживаю Путина. Я за него голосовала. Если сейчас, допустим, выборы стали, я бы опять за него проголосовала. А расскажите, почему? Ну, я считаю, что он правильную политику ведет. И ему пока альтернативы я не вижу. Вот когда Медведев его заменил, я, например, возмущалась. Потому что Медведев – это не президент. Так, а Путин чем президент? Он нормально выглядит. Он всегда подтянут. Всегда опрятный. Не так, как Ельцин было. Дурачок. Пьянчушка это. Да Путин как небо и земля от Ельцина отличается. Я говорю, он всегда подтянут, всегда опрятный, четко выражает свои мысли, четко говорит. Я его политику поддерживаю. Ну, вот какую из, что, из того, что он делает? Там, из того, что он... Кстати, у вас дороги хорошие. Вот дороги он что строит? Дороги это строит Владимир Федорович, а не Путин. А по поводу войны с Украиной что думаете? Ну, тут кто знает, как судить. И в самом деле, что вот столько времени этот Донбасс бомбили, а там ведь такие же люди, как мы. Я, например, вот разделение, это никак вот понять не могу. Украинцы всегда для нас были братья вроде. У нас ведь на Украине много живет. Вот мои ученики там живут. Мы до сих пор общаемся, приезжают они. Здесь у нас украинцы. Вот даже когда первые беженцы появились, у нас две семьи здесь, Березники, живут. Прекрасные люди. Добрые, работящие. Дети у них в школе учились.
сын и дочь, так просто замечательные. Вот если бы не на Украине не эта власть, так, может быть, и дружба бы и продолжалась. Ну, так не они на нас напали, а мы на них. Мы вынуждены были. Почему? Так почему? Так видишь, если они бомбят Донбасс... Так кто бомбить его начал? До 2014 года там был мир, благодать, красота. Так, а с 2014 года стали бомбить. Так это российские войска туда вошли. А ну, как к вам в дом чужой войдет? Российские войска вошли ведь недавно. Нет, год тому они назад. В 2014 году вошли туда. Год назад. Военные это действие начали. Нет. Вы говорите, Донбасс начали бомбить. Это в 2014 году-то и началось. Украина стала бомбить-то, а не Россия бомбила-то. Так она же не сама себя бомбила, Украина. Она бомбила, когда российские войска туда вошли и объявили независимые эти Донецкую и Луганскую народную республики. Так независимые это объявили ведь сами жители Донбасса, а не Россия. Сначала войска ввели, а потом объявили. У нас из деревни, из нашей из села ушло 4 человека. Это наши, непосредственно земляки наши. Ладно, там где-то в районе, где-то там, допустим, в Архангельске, там из Москвы еще откуда-то их я не знаю. Они ушли, но я их не знаю. А тут знакомые, 2 так ученика моих. Один недавно в отпуск приезжал, летом в отпуск приезжал. Вот, разговаривала я с ним. Он говорит, ну как там, страшно? Там, говорит, выжить можно, если ты будешь выполнять все то, что с тебя требуют. Матери написал письмо, что вот надо бы нам квадрокоптер. Нельзя ли у Бутырина попросить? Мать принесла мне это письмо. Я Бутырину позвонила. Владимир Федорович, вот так и так. Наш земляк, сын вот такой-то, просит квадрокоптер. Можно как-то это организовать? Она говорит, ладно, я подумаю. Пока он думал, парень запросил 2 квадрокоптер, 2 квадрокоптера. А каждый квадрокоптер стоит около 800 тысяч. Но Бутырин купил 2 квадрокоптера. Все переживают. Я, например, каждый месяц на 1000 покупаю перчатки или там, ну, что, нитки для того, чтобы вязали. Тут у нас женщины вяжут носки теплые, рукавицы теплые. Вот. В пятницу, вот, 24-го, мы делали свечки советом села. Тоже... Доделаем, там доливать надо воск, дольем и отправим на Украину ребятам своим. Ясно, что переживаем. Как думаете, можно было этого избежать? Я не могу на это ответить. Можно это избежать или нет, тут надо получше знать. Лучше разбираться в политике. Таша, у вас Лена-то ходит на тренировки? А? Вратарь-то ходит на тренировки? Лена Анатольевна опять написала балет. Ох, нечем тебя что такое не надо. Мика занервничает все. Да, Мишку. А где у меня Мишка-то сейчас? Так я поняла, что там так на передовой или немножко отошел. Ну, когда поедем. Пока ничего не говорит. Сильно по вам здесь война ударила? Да, здесь, скажем так, ударило, потому что очень много мужчин отсюда забрали. Именно с наших деревень направление было. Вот. И я знаю, что у нас уже возвращаются ребята уже в гробах. И мы хранили, вот при мне уже 3 точно мы похоронили. А сколько еще вот таких вокруг нашего Устьянского района. Поэтому у меня есть и знакомые, которые до сих пор переживают за своих сыновей, мужей.
Люди очень поддерживают. Ты не представляешь, мы тут и свечи делаем для них специально, и собираем носки, кто-то вяжет носки, мы собираем носки, какие-то банки тушенки, что-то еще, кто что может. И потом мы ищем машину, отправляем это все в Архангельск, чтобы потом с Архангельска все это пошло на фронт. Поэтому да. А никому не кажется, что все это вообще какая-то дичь? Всем кажется, что это дичь, это какое-то безумие. Я не знаю, что тебе на это ответить. Это кошмар, конечно. Но я думаю, все должно закончиться. Я не знаю, кто виноват. Но я хочу, чтобы это закончилось. А с другой стороны, вот видишь, если бы эти санкции не ввели эти государства, то мы бы до сих пор смотрели бы в рот Европе, Америке, до сих пор бы вывозили все из Европы, из Америки. Мамы откуда вывозим? А сейчас мы не, нам не дают оттуда. Ну, свой... мы все равно же как-то. Ну, вот. как-то, ведь не так уж открыто, там где-то, может, а возить. Какая разница, мы открыто возим или под столом? Подожди, вот я по своему району скажу. У нас главное предприятие УЛК, предприятие Бутарина. Вся техника была у него, лесозаготовительная, перерабатывающая лес, вся была из Швеции. Сейчас из Швеции ничего не поступает ему. И они вынуждены запчасти к технике делать сами. А без войны это можно было сделать, без санкций? Без санкций нет. Вот можно было эту технику купить в Швеции. Все, покупали технику, покупали запчасти. Как санкции наложили, сразу нашлось. И сырье свое, и люди нашлись грамотные, которые могут эти запчасти сделать. Неужели за технику можно заплатить кучу человеческих жизней? Это же людей убивают. Так я это с войной не связываю, это с санкциями связано. А санкции с чем связаны? С войной. Сначала война, потом санкции, а не наоборот. Ну ведь война с Украиной, а против России теперь все государства санкции ввели, кроме Китая, до Индии, до Турции, да там еще кое-каких. Ну. Вот. А вся Европа после воюет против России. А чего они-то чего воюют против защищают России? Защищают Украину. Украину защищают? Ну да. Ага. Им надо свое оружие сбыть. Теперь, думаете? Да, конечно, теперь Украина-то. Что эти миллионы долларов Соединенные Штаты, думаешь, подарят Украине просто так? Они закабалят ее навечно теперь. Ну, наши... Или та же Британия, Великобритания, или там Германия, или Франция. Ну, это будет на их совести, а на нашей совести это смерть. А что, у них смертей нет, что ли? Они же ни сюда не пришли. Не убивают, так там убивают. Ну, так а там, чего? Мы туда, смотри, стоп. А чего за границу, на нашу территорию уже снаряды летят ведь? Чего? Жертв нет. Телевизор смотри. А думаете, по телевизору правду говорят? Ну, что-то скрывают, конечно. Ведь не говорят, что-то сколько наших ранено, сколько наших убит. Ну, так вот Ольга Алексеевна, которая зять ушел на фронт. А я говорю, так у вас же там трое детей. Не должны были забрать. А она говорит, так у нас старшенькая, она же, скажем, не родная. Точнее, родная, но приемная. Из-за этого я говорю, ну это же неправильно. Какая разница, приемная, неприемная? Она же все-таки его дочь. Трое детей. Ну, все равно собрали. Никакой отсрочки. Так вот. А к вам Путин приезжал, вы не пробовали поговорить? А там у них своих проблем много, мы уж не стали говорить. Да надо попасть еще к нему, ведь будет. Ну, у нас из деревни трое. Четыре человека ушло из нашей деревни. А и сами пошли? Нет. Нас так из командировки выцепили в Вельске. Повестку вручили. С первых рядах ушел. Полгода уже нету. Он звонит вечерами. Там выходят куда-то. У них сим-карты куплены специальные, чтобы звонить. Звонит.
А не пойти не было вообще вариантов? Ну, у нас Анар такой человек, что он не скажет «нет». Раз надо, значит надо. А деньги за это платят? Платят, платят. Но не все, которые положено. Путинские-то платят, а там вот доплаты, он, допустим, как у нас... А путинские это что значит? 150. Но они за свой счет питаются. Это каждую неделю Оксана отправляет ему обратно 15-16. Одежка вся своя, все свое. Мы сколько уже посылок отправили. Каждый месяц посылки по 2 отправляем. Масляный генератор купили. Купили печку, буржуйку отправили. Палатку купили. Короче, мы очень много отправили. Это туда на фронт? Да, на фронт. Через Питер у нас ходят там машины. Договариваемся, созваниваемся и отправляем. А вы себе задаете, вам зачем это надо? А что, они там будут в морозе жить? По колено в грязи? Как не помочь? Как не помочь? Он же наш, не чужой. Тем более он у нас замком взвода. Как бы это самое, спрос с него. Вот. Он заботится о солдатах, а мы об нем. А дочка в каком состоянии? А ничего, нормально. Переживает тоже, но куда деваться? Раз надо, значит надо. Хорошо, а сама по себе вот эта война, она всех устраивает? Нет, конечно. Нет, конечно. Как это может война устраивать? Вот у нас, например, зятя дома нет. Это такой хаос. Нам надо утром бежать, детей в садик увезти, потому что дочь работает. Надо и дрова расколоть, надо и прикласть, и все сделать это. А нам еще и дома надо. Мне еще сбегать надо на это, на хоккей. Я еще и работаю с ноября месяца. Коньки продаю, поэтому, как говорится... Совершенно нет времени, мы все вот кругом колесом. Трудности, которые у вас в семье, да, потому что дяди нет. А есть же еще другая часть вопроса, люди, которые там погибают. В том-то и дело. Мирные женщины, дети. Это вообще не... Вот посмотришь, так вот у меня даже вот мурашки по коже. Их так жалко, вот зачем их там бомбят-то без конца и края? А кто бомбит? Как кто, ВСО? Как кто? Мирное население стреляют, так ведь не наши же люди. Почему вы так думаете? А как почему? Ведь мы же смотрим и видим политику, и видим, что творится. То есть вы думаете, что эту войну начала Украина? К этому шли долго. К этому шли долго, но к этому все подвели. А можно было не начинать? Мне кажется, нет. Тогда бы не начали бомбить нас? Ну, тогда бы мы были правы. А думаете, мы сейчас не правы? Я думаю, что нет. А я думаю, что правы. Я думаю, что их надо всех расколотить там и выгнать из этой Украины. Всех этих наемников. Чтобы их там так не было. Так это же украинцы, это же их страна. Да воюют-то не украинцы. Мало воюют-то украинцев. Воюют-то наемные. Это кто говорит? Как кто говорит? А по телевизору посмотреть, даже чернокожие бегают с автоматами, да с этим, с оружием. Да как это, украинец он разве? В России, в Украине не может быть негров. Это политика. А если вдруг окажется, что все не так? Ну, в чем? Где-то все равно ведь бывают и ошибки. Все равно где-то и бывают ошибки. Но все равно надо как-то заканчивать эту войну. А людей-то не вернешь? Она нам надоела. Ну, а что делать? В Великую Отечественную войну тоже много погибло. Так там на нас напали. Ну, ну а тут-то? А тут нет. Мы защищаемся. От кого? Украину защищаем. А она не хочет? Какую-то часть Украины. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Многие против нашей России. У нас даже вот в деревне есть на Украине, живут наши же родственники, и они против нас. Они обзывают нас всяко, что вы залезли. Они не общаются с нами. Не хотят. Тяжело? Ну, не знаю. Они так, можно сказать, дальние, так и ничего страшного. А вам лично станет лучше, если Россия отвоюет часть Украины и заберет? Знаете, мне так от этого ни холодно, ни жарко, если честно. Как было, так и... Ведь жили же мирно. СССР было, мы же... Украина, есть Украина. А тут надо же вот так вот случилось. Кто-то против кого-то. Ну, отвоюет это Донбасс, это самое Харьков, Харьковскую область, ну и Донецкую, ну и чего? А дальше-то чего? Ну, она будет нашей, присоединят к нам. Но остановится у них эта вражда или не остановится, ведь непонятно. Ой, ну куда деваться, раз они заварили такую кашу, значит, надо ее расхлебывать. Я, честно, особо не хочу в политику лезть, никогда не интересовалась политикой. Но когда все показывает, особенно СМИ на канале, да, много, мне кажется, где-то неправда. Где-то правда, она не та правда.
И я не могу сказать, правда это или неправда. И даже когда в деревне всегда же слухи распространяют, угу. тоже можно иногда верить, иногда нет. Мы же не знаем, насколько это правдиво. Кто-то говорит, что мы не с украинцами воюем, а воюем с НАТО. Да, люди-то даже такое говорят. Вот как это понимать? Я не знаю, что такое за НАТО, что это за такая организация, которая, как мне говорят, что они типа миротворцы, какими миротворцы? Я вообще не вижу этого в них, вот этой организации миротворчества. И я не понимаю, как можно было сразу отвернуться от России, все европейцы просто отвернулись. Почему? Что мы такое сделали? Ну как? Напали на страну, стали напали убивать на страну. Людей. Да, убиваем людей. Но вот эти люди, сколько они бомбили Донбасс? Кто-то помогал им? Нет, никто не помогал. Кто бомбил Донбасс? Кто-то бомбил. Вот, кто бомбил? Видишь, говорят, что бомбят украинцы. Они точно бомбят? Я не знаю, где это правда. Где она? Знают только те, кто там руководят этим. А тебе было бы важно эту правду узнать? Наверное, да. Даже если она будет неприятная? Даже если она будет неприятная. Если она будет очень болезненная. А почему было бы важно? Для меня, понимаешь, для меня. В первую очередь, я всегда такой человек, я хочу правды. Просто правды. Потому что ложь, она неприятная. Не люблю людей лживых. А что будет, если выяснится, что нас обманули? Мы просто напали на чужую страну, поубивали там кучу женщин и детей. И это будет очень больно для всех, если это окажется правдой. Или это правда. Как думаете, найдется ли какая-нибудь правда того, почему все это случилось? Ну, не сразу. Может быть, тоже через сколько-то лет. Как же вот сейчас война закончилась, а сколько выливается всего, сколько всего сейчас рассекречивают нам, говорят, по телевизору, там, по разным передачам. А по телевизору правду говорят? Половина неправды. А вы все равно смотрите? А как? Если включим с утра до вечера он телевизор. А вы по телевизору какие передачи смотрите? Я в последнее время больше домашние смотрю. Потому что время я смотрю. Привет, Андрей. Привет, Андрей. То есть новости вы из программы «Время» понимаете? Да, 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 да. Понятно. Чаще всего я утром в 5 утра смотрю. Я 5:30 встаю, зарядку делаю, печи затопляю, 6:30 иду к курам, кур кормлю. Потом завтракаю, печкой закрываю и иду на работу. Я вот особенно люблю НТВ в вечерней передаче. Я не знаю, как она называется. Но там вот столько, все, как говорится, политическая программа. И она столько всего выдает вот этого, то, что не говорят днем и не говорят много. А вот эти программы, они ночные, там столько всего можно выслушать. Ну, там одна прям всегда точка зрения. Нет, разные тоже. Но много вот именно, что то, что мы не знаем, много правды вот высказывается. Понятно. А сейчас вот смотреть, так тяжело смотреть. Вот показывают одно, на самом деле другое. Так. А если вдруг окажется, что все не так? Переживем. Русские терпеливые. Все переживут. Так, все меня слышат? Если кто-то не слышит, передайте другим. Значит, Олеговна у нас ассистент капитана. И она будет вами руководить. Разминкой, понятно? Потому что у нее поставлен голос. Значит, первое, запоминайте, вышли. Девочки, не просто валяшно катаемся. Круг хотя бы пробежитесь, пробегитесь, продышитесь, понятно? И вспоминаем. 1-0. С ползоны. Все помнят с ползоны. Мы что делаем? 1-0. О, видишь, зачем ты ей подсказываешь? Она ж меня не слушает. Слушает. Прокатились, потом я крикну. Хорошо, что, если будет у нас время, и сделайте тогда еще 2-0. И по договоренности, у кого что шайбы, начинайте. Ясно? Я вот на них смотрю. И заряжаясь энергией, они идут на тренировку, веселые, знаешь, бодрые такие, прям летят на эту тренировку, боятся, не дай бог, пропустить. Пропускают только по положительной причине. Либо кто-то нянчится, либо кто-то болеет. Все. До этого я думала, жизнь и заканчивается. Потому что, смотря на городских бабушек, им заняться нечем. Они сидят на лавочке, кого-то обсуждают, смотрят телевизор, как моя мама.
Она как зомбированная в этот ящик. Кроме там этих передач, в жизни ее ничего не увлекает. Поэтому здесь это все по-другому. Они сидят на месте, у них постоянно какие-то дела. И они уделяют внимание именно хоккею. Нет, они молодцы, здорово. А где во всей вот этой конструкции вообще мужчины? Мужчины у нас другими делами занимаются. Какими? Мужчины у нас зарабатывают, скажем так. Ну, насколько я знаю, что все, большинство мужья, они работают в группе компании «ЛК». Кто где? Ну, вот женщина, она же такая, как душа. Вот в ней все есть, сочетание. Любовь, слезы, боль, радость. Что еще? Ты сама себе как их представляешь? Я все время только удивляюсь. Ты только удивляешься. А я уже ничему не удивляюсь. Надо было снег где-то убрать, соскребсти. Они приходят с лопатами, одни женщины. Я говорю, где мужики-то? А наши мужики где? Там, дома, кто-то там. Я говорю, а что? Да, и вот так, отмашка, все. Все понятно. Все у нас делают женщины. Тарелка вон еще, на которой кручусь. Скакалка где-то на улице. Зимой-то уж не прыгаю, а летом-то прыгаю. Прыгайте. Скакалки, да. Если бы я не занималась спортом, так после этих операций лежала бы, наверное, на диване. Ну, а что, вам лень-то бывает? Мне некуда лениться-то. Я утром встала, пока тут по хозяйству, потом где-то минут 15-20 восьмого побежала на работу. Угу. С работы надо еще сбегать вот в тренажерку, надо на тренировку сбегать. Домой приду, надо с куром сходить. Дров принести. Хорошо теперь вода в доме. А так на реку по воду еще надо сбегать. Прорубь прорубить зимой. А летом грядки ведь, огород. Тяжелая жизнь у вас? Я бы не сказала, что тяжелая. Это привычка. Это привычка. Кто вот мало шевелится, вон есть у нас тут по существу Валентина Ивановна Кононова. Она 50 лет вышла на пенсию и больше ничего не шевелилась. Так она вот такая толстая, во-первых. А во-вторых, она еле-еле переступает ногами. Ей до магазина не дойти. А я палки в руки, ей шагай. Здравствуйте. Ой, сколько громко-то. Так, пойдем сверим, сколько по твоим спискам осталось свести. Так, давай. Есть у тебя на чем посчитать-то? Есть. Да. Так, то, что вот нам списки сданы, так, которые полностью вывезены, 1125. Угу. Теперь все списки подними. Восьмой список где-то у тебя. У меня. Не довезено. Вот. Там надо трактор в трактор толкать. Ага. У меня по нему осталось вот он. Два. Кто и кто? Два. Молодежная, 6. Это не увезено было. Еще поехала такого числа. 15 числа поехала, но не увезено, не могли попасть трактором. Я не нашла восьмого списка. Есть, сдан. Дубасов сдавал Волову. Ну, значит, Волов возит с собой. Да. На Волова сюда. Немедленно звони, чтоб немедленно приехал. Он всю землю принесла, на помидоры садить. Ну что, у вас большие здесь помидоры растут? Да, большие. У нас же районированные сорта. То есть они для нашего климата подходят. Конечно, нам посадить такие, как я приехала в Ростов-на-Дону к сестре. У нее там такой климат. А у нас, считай, что 9 месяцев зима, остальное лето. Вот и ходим, начиная с мая месяца, сначала за этими помидорами, баклажанами, перцами. Ну, растет, хорошо растет, но все в теплице, потому что климат-то неопределенный. То холодно, то это самое жарко. Ты позвонил Волову? Да. Едет? Должен, да. Ага. Так, ну давай теперь, есть у тебя на чем считать? Есть. Так, 195 минус 2 человека, 175. Так, и плюсом еще 175. О,
75, а в восьмом не знаешь. А в восьмом нет. Нет, там. Но нет. Сейчас приедет, так еще приплюсуем, и тогда узнаем, сколько вывезено, сколько осталось. Я сейчас могу сказать прогнозы, зато примерно за март, если напрячься, и техника будет, угу, то кубов 700-то, ну, можно жарнуть. И жарни. И выйдем вообще в ноль. Жарни, Леша, жарни. Евгений, ждем мы здесь тебя. А сейчас вот машинка погреется, сейчас приеду. Я тут 7 минут 5 выезжаю. Ну, поторопись, пожалуйста, а то время у нас тоже дорого. Угу. Не мог сдать списка. Сама родом из Мурманска. И получилось так, что мои родители переехали в новую, как бы, район, совсем абсолютно новый, получили квартиру. И вот в этом дворе был большой стадион, где летом мы бегали, играли в футбол, а зимой заливали, и мы там катались. Сначала я училась на фигурке кататься, а потом со временем я обнаружила, что там есть и ребята-хоккеисты, хоккей с мячом, и девчонки, мои почти ровесницы. Я за ними долго наблюдала, ходила вокруг да около, пока тренер сам ко мне не подошел и говорит: «Хочешь?» Я говорю: «Хочу». Так моя карьера пошла, с хоккеем с мячом. 13 лет, впервые в своей жизни меня вызвали в сборную России по хоккею с мячом. И мы поехали на чемпионат мира. Слышишь, мне 13 лет. В Голландию поехали на автобусе через всю Европу. Заняли второе место, уступив шведам, но приехала я уже звездой. Газеты там про меня писали, я ходила вся гордая, школа вся гордилась мной. Такая ученица, молодец. Была у меня мечта заветная, это Олимпиада. Сама знаешь, сыны спортсмена мечтают быть и завоевать золото хотя бы. Так что, когда в 94-95 было решено включить женский хоккей шайбой в олимпийский вид спорта. Боже мой, какая была радость, представляешь? И вот все девчонки с того года, именно с хоккеем с мячом мы и собирали эту команду. Это же Олимпиада, это же вообще... Но получилось так, что я еще только училась, и меня мама не отпустила. Как я плакала, мне так было обидно. Мне же пришло письмо официально: «Мама, я хочу». «Нет». И все. Через год моя тетя уговорила маму. Говорит: «Отпусти, не переживай, я за ней посмотрю». В итоге, закончив я 9 класс, я быстро собрала вещи и поехала на просмотр в Москву. Ребята, какое было счастье, когда вот мы тебя берем. 16 лет мне пришлось переучиваться с хоккея с мяча в шайбу. Ты не представляешь. В то время не было хорошего ледового дворца. Все ребята занимались в ангаре. Сами заливали, сами чистили. Раздевалки были в доме в подвале. Я спустилась, мне дали такие щитки, такие, знаешь, времен вот именно 80-х, когда Третьяк, наверное, стоял. Они такие тяжелые, форма тяжелая, клюшку дали, у меня плечо опустилось. Пацаны бросают. Боже, это все страшно, эти шайбы. Но ничего. С годами вот все получилось у меня, видишь, какую чемпионку. И ты едешь на Олимпиаду. Да, я еду на Олимпиаду, но это такая интересная история. У нас же было тогда в то время 3 вратаря. Конкуренция же все-таки. Но тренер сказал: «Мы берем вот более постарше, а у тебя все еще впереди». Вторая Олимпиада, подходим. Меняется перед поездкой на Олимпиаду, меняется тренер главной сборной. А он берет только своих. Боже, как я ревела. Но девчонки же меня всегда поддерживают. Они говорят: «Мань, не переживай. 3-я Олимпиада точно твоя, ты поешь». Я уже не готовилась, меня уже не звали никуда. Вот. И звонок менеджеру: «Мань, ты где?» Я говорю: «В Москве». «Ну все, собирайся, едешь на Олимпиаду». Боже,
Это был Ванкувер 2010 года. Это все, я говорю, счастья не было предела. Все-таки, когда мечтаешь, оно всегда должно осуществиться. Как вы сыграли в Ванкувере? Ой. Если я не ошибаюсь, по-моему, мы 5-е место заняли. Было, конечно, обидно, когда проиграли финнам. И самое интересное, когда мы играли со сборной Америки, по-моему, если не ошибаюсь. Но основному вратарю дали отдохнуть, и меня поставили, значит, на игру вторым в запасе. Когда уже вратарю Анечке стало уже тяжело, потому что там уже ей закинули порядком 9-10 шайб. Это очень, короче, работа тяжелая. Она выдохлась. И я поняла, что сейчас моя очередь пойдет выходить. Я когда вышла, ну, в принципе, я думаю, американцы уже не начали так напорно атаковать. Поэтому мне только получилось 3 шайбы получить. Нет, 2 шайбы пропустить. В итоге мы проиграли 12-0. Пошли! Матч окончен. Выходим на синюю линию, устроимся. Ездили, блин, на Олимпиаду. Говори-ка. Ну, что, бывает. Но, скажем так, серебряную, нет, бронзовую, наверное, медаль я все-таки поддержала. Когда финки выиграли 3-е место, а мы с ними очень хорошо общались. Так что все-таки еще мечта и желание остается хотя бы в качестве тренера или хотя бы как-то связать свою, так скажем, дальнейшую судьбу со сборной. Ну, кто знает, а вдруг оно исполнится. Поехать на Олимпиаду и с девчонками взять какую-нибудь золото, ну, медаль на Олимпиаде. Ну, ты же понимаешь, что в этой ситуации не при нашей жизни мы на Олимпиаду поедем. Ну, время покажет. Я лично уверена, что сейчас вот это угомонится в будущем. И все равно мы вернемся к Олимпиаде. Тем соревнованиям, где нас не допускают. Вернемся. Я верю в светлое. Вот и все, что могу сказать. Я верю, это закончится. Это же не навсегда. Кем девочки у вас будут, внучки? Которой 5, Роксана, так та говорит, я как бабушка буду хоккеисткой. Ну, это что, ребенок еще пока. Маша у нас такая, она рисует очень хорошо. Кто его знает, что из нее получится. Ну, талантливая девочка. Они знают, где папа? Да, все знают. Маша-то понимает, а эти-то еще не очень понимают. Че 5, 3.5? Ну да, совсем крошка. Угу. Блин, как же они его забрали-то вообще? Так, забрали. У Анара было свое ИП. Это столько машин. Они занимались, ну, перевозкой. Это все сейчас легло на плечи Оксаны, жены. Вот надо и бумаги, надо это все скомплектовать, все распределить. А сколько ремонтов этих машин? Так-то они с отцом полезают, все сделают, как говорится, сами. А тут надо кого-то нанять. Хорошо, вот у меня муж разбирается хорошо, а в чем не разбирается? Нас сгонить на ремонт, надо же договориться, это же все надо. Это же и все женские, на женские плечи легло. И плюс еще 3 детей. Уроки. Уроки. Что делать? И долг ведь какой-то должен быть. Перед кем долг? Ну, ведь Путин указ-то принял перед президентом. Ну, как вот? Как вот приедешь и заберешь вот так вот? Вот мы приехали за ним, а он скажет, а у меня тут-то чего? Вы что, меня не спросили? Надо еще сначала спросить его, как он пожелает. У него тоже долг какой-то есть. Он это все видел, знает, за что он воюет там. Только разве его решение? Однажды меня осенила мысль, насколько нас много, миллионы на планете. И я подумала, а может это Всевышний так делает, что вот надо... Вряд ли. Ты пойми, вот началась пандемия, сколько у нас умерло от ковида. Откуда вообще этот вирус взялся? Пошла зачистка сверху? Ты понимаешь, вот всякие мысли влезают, и ты всегда задаешь вопрос вообще, откуда, почему? Почему это происходит? Почему? Почему мы не можем по-другому жить? Постоянно задаю себе вопрос. Тебе что-то надо в Украине? Я хочу мира.
Если нет ненависти, значит, это не война. Но ведь как сказать? Раньше тоже во время Великой Отечественной наши женщины спасали немцев раненых. Тоже было была много война. И даже были случаи, что влюблялись в немцев. Тоже ведь такое было. То есть вы все равно как врагов их воспринимаете, да? Нет, я Украину как врагами не принимаю. Я принимаю врагами те, кто вот такую ересь несет, и кто это все вот создал в Украине. Руководство такое долбанутое. Как можно народ ругать? Как можно ненавидеть простой народ, если они страдают от этого? Да. Они тоже страдают ведь от этой войны. А мы с вами можем что-то сделать, чтобы закончить? Нет, мы не можем. Ну, что мы можем? Мы простые люди. Не участвовать? Не участвовать. Нет, если... Вот мне, например, скажет президент, иди на войну, и я пойду. Я бы даже в санитар пошла. А сказать нет, я считаю, что это несправедливая война, я не пойду. Я ей говорить нет, не буду. Я считаю, что раз надо, значит надо. А мне кажется, что в первую очередь нужно понять, зачем это надо. А потом уже идти. Ну так ведь они уже, если уже это развязалось. Значит, нужно завязать. Так это уж мы с вами не завяжем. Только завяжут руководство. Ну а как? Мы же тоже граждане. Граждане. Значит, у нас есть право голосовать. Значит, мы имеем право свой голос подать. Ну, голос. Пока никто нигде не подает голоса, как видите. Вот. Все равно все идут и воюют. За что воюют, как воюют. Так такие мы люди. Особые, видимо, особые закалки. Воспитаны были так родителями, школой. Сначала октября там мы были, потом пионеры, потом комсомольцы, а потом уж члены партии. У меня где-то и партийный билет еще есть. Я не сдала его. А как вы в партию вступали, по душе или так надо было? Нет, я сама. Меня никто не агитировал. Я сама заявление написала, все. Я все пытаюсь понять, что ж это за люди-то такие? У вас эти колхозы, совхозы все отбирали. Вы босые бегали. Вы сами пробивались в жизни. Но нет, все равно вы вступаете в эту партию, все равно вы во все это верите. Тут как так, а? Здрасте, заходите. Здравствуйте, я помешала? Нет, заходите. Это моя секретарь Марина Васильевна Филимонова. Здрасте, Марина Васильевна. Здравствуйте, здравствуйте. Иди, садись на свое место. Сначала посмотри, Аня Бутарина, в каком списке? Она вчера ко мне обращалась, говорит, в декабре заплатила деньги за первую телегу, еще до сих пор не привезли. Я проверила те списки, которые у нас полностью уже отоварены, там ее нет. А вы куда-то за пределы Березника выезжали? Я посетила почти все страны Средиземноморья и Индию. Каким образом? Мне, как лучшему пропагандисту, продали, райком партии продал путевку. Это был 80-й год. Конечно, страшно было, потому что страны-то капиталистические. Мы-то ведь в Советском Союзе, в социалистической стране, а тут капиталистические страны. Но я как географ все-таки поехала. Мне надо своими глазами посмотреть, как люди живут, какова природа. Вот. И поехали мы. Понравилось вам? На теплоходе «Советская Грузия». Это, знаете, даже на одном теплоходе побывать, и то радость не только, что объехать вот все Средиземноморье, конечно. Природа очень понравилась. Понравились люди, особенно в Европе, как нас встречали. В Африке там как-то не так. А в Европе все так радушно встречали. В Валенсии, в Испании, так там по-русски несколько человек подошли к пароходу, спрашивают, как вы попали, вы богатые? Ну, какие там у нас богатые? Ну, может, кто-то и побогаче меня, а сельский учитель, пусть и директор школы, много ли получал тогда какие-то 50 рублей? И сельский механизатор тоже ведь немного получал. Вот. И почти все такие были вроде нас. 30 групп, в каждой группе по 11 человек были. Вот. В Мадриде побывали, в Марселе побывали, в Риме, в Афинах. А вы бы там смогли жить? Нет.
Почему? Я человек старой закалки, и я только на своей родине могу жить. Я даже в городе 5 лет училась в Архангельской пединституте, я не училась, а мучилась. Столько людей идут навстречу, обгоняют тебя, не с кем поздороваться. И вот здесь, в Березнике, дойдешь, если даже выходной, дойдешь до магазина, с одним поговоришь, с другим поговоришь, все, там все нехорошие мысли развеялись, ты в хорошем настроении идешь домой обратно, радостно, веселая. Планы у тебя какие? Сколько ты здесь собираешься жить? О, я не знаю, сколько Бог даст. Вдруг завтра вот позвонит Владимир Владимирович Путин, скажет: Мария, вызываем вас. Ну, ты никогда не позвонит, это я шучу просто. Я правда не знаю. Мне здесь нравится, в принципе. Видимо, я старею. Ну, что делать? Я не знаю. Живу сегодня, сегодняшним днем. Что такое для вас родина? Ой, это то, что где я живу. Вот моя родина, где живут мои дети, где растут мои внуки. Вот это моя родина. Это все вот мое. То, что я где хожу, где дышу, чем дышу, где, куда хожу, что сажу, что убираю. Это все моя родина. За грибами хожу, это тоже моя родина. В лес, река, все вот это все. Все, в общем, это, как говорится, съезжу в гости, это тоже наша родина. А в масштабах страны чувствуется это? Ой, не знаю, как-то все теперь подразделилось. Не очень-то. Патриотизма такого нет. Нет, как раньше. Вот, например, я езжу в Иваново, подруги Фурманов. Столько заброшенных земель. У меня болит сердце за это. Земель много заброшенных, этих сельскохозяйственных угодий, которые зарастают. А дальше больше, вот дальше туда, где ничего-то нет. Ничего не растет, ничего не ростят, никого не держат. Это же ужас просто. Конечно, душа болит, но что-то не сдвигается пока ничего с места. А вы вообще Россию любите? Так я в России живу, в России родилась, да, конечно, люблю. Это огромная страна, богатая очень страна. Люди здесь особые. Россия моя, это вообще государство особое. Вы про себя можете сказать, что вы это и есть Россия? Я часть России. Важная? Уж не знаю, насколько я важна. Для Березника, так может, и можно сказать, что важно, потому что абсолютно большинство вопросов решается через совет села, значит, через меня. Что в Березнике такое, за что вы его так все любите? Ой, не знаю, за что мы... Не знаю, вот как-то приросли к деревне, хозяйство все время вели свое огромное, часто не ведем, у нас одни куры, кот да собака. А так было 2 коровы, овцы, куры, 2 поросенка, теленок. Очень много раньше, в 90-е годы было плохо, так все. Скота своего держали. Мне своя деревня вообще и раньше это нравилось. У нас класс был большой, дружный. Хоть и в санках кататься, хоть на лыжах, хоть на чем. Мы все вместе как-то. Мы детство прошло, хоть и у нас в труде, можно сказать. Мама работала на пекарне, папа работал в сельском хозяйстве. Надо было всегда помогать. Сенокосы летом. Всегда работали. Зарабатывали себе, как говорится, копейку, чтобы не просить у родителей. Компания у нас была большая, дружная тоже. Мы весело как-то жили. Дети росли, дети, дом, это самая работа. Опять же, скотина, все это надо успевать, все надо это сделать, все успевали, все делали, дети росли, в школу ходили. А какой самый счастливый был момент в вашей жизни? Наверное, когда внуки появились. Мы были на 7-м небе от счастья. Где я? Вот вы вторая. Да. Правильно угадала? Да. Так, а это первая. То как младшая зовут? Сестра. Как зовут? Тоня. Рядом со мной Александр, брат. Ага. А это муж мой. А где вы с мужем познакомились? Здесь, на Усть-Ихе, в Березнике. Мы пришли с подругой в клуб, а он хорошо на гармошке играл. Вот и познакомились в клубе. Плясали, танцевали, пели. Муж у меня тракторист. Широкого профиля. Мог ездить на тракторе, мог ездить на комбайне, на любой технике. Хорошо вы жили? Ну, по деревне, как все в деревне живут. Нормально.
9 лет будет, как умер. Мы не дожили до золотой свадьбы одного месяца. Скучаете? А теперь-то уж привык. Да мне некогда. Я все с народом. Одну только ночь. Дома-то одна. А так-то все у меня кто-то. Все, я в гуще людей. А где дети ваши живут? Сын живет в Вологде. Он машинист тепловоза, электровоза. Сейчас на пенсии. В 65-м году он родился. 22 ноября. Дочь в областном ГАИ работает. Майор. Младшая дочь. Детская медсестра в Питере. У всех по сыну. А сынам ям сколько сейчас? А сыновьям за 30. Ой, на войну никого не забрали? Нет. А некого на войну-то забирать. Старший внук на военном заводе, средний внук на военном заводе. И вот только Витя, тот не на военном заводе. Угу. А так бы вы отпустили? Да как? Как держать-то нельзя ведь? Нет такого закона, что я хочу, так отпущу, а не хочу, так не отпущу. А кто защищать-то нас будет? А от кого? От кого? Вот так, да, такие вот дела. Смотрите, дорогами занимается не государство, дворниками занимается не государство, похоронами занимается не государство, Ледовым дворцом занимается не государство. Чем еще? Фитнес этим центром занимается не государство. А чем занимается государство? Нам, так, глава не, нам не нужен. Ни районный глава, ни местный глава. Нам вот специалиста в администрации, который вот там все бумаги оформляет, справки, допустим, оформляет, и Бутырин. Больше нам никого не надо. Мы тут сами все управимся, нам даже участкового не надо. Так, может, вам и телевизора не надо? А телевизор-то как? Мы ведь смотрим концерты, передачи, фильмы. Это все было бы классно, если бы никто не умирал вот где-то там. Так не только тебе тяжело. Любая война, и война в Чечне, и война в Афганистане. Тоже там-то еще дальше. В Афганистане война еще дальше. Но тем не менее наши погибали, тоже было жалко. Тоже переживали. Тоже смысла не было. Вот там-то, может, и смысла не было. Так здесь-то, ну скажите мне, какой смысл? Так я тогда считаю, что вот украинцев защищают. Поэтому их убивают? Да там теперь украинцы-то, кто воюет ли из украинцев-то? Одни наемники. Кто вам сказал? А те же солдаты говорят, вот приезжал паренек-то в отпуск. Так он-то ведь уж ни телевизор врать не будет. А что дальше будет? Вот вы как сами думаете? Ой, я думаю, все-таки закончится эта война. Потому что у нас, если так, взять, наверное, до конца военных действий будут это самое держать. Ну, станем закончиться, станем доделывать то, что не доделали. А так надо жить так, как пока есть. Ну как он жить-то будет? Ведь он же, если человек видел войну, он же другое возвращается. Так он же в Чечне воевал. Его почему и забрали, наверное, в первую очередь. Он в чеченскую войну все прошел. Понятно. Но у нас зять очень спокойный, уравновешенный. Такой вот, он никогда не накричит. Он с детьми такой вот терпеливый. Вот мы ехали в поезде, мужики ехали с вахты, с Воркуты. И один чеченец, он просто не выпито ничего, он просто спит и кричит. Просто кричит. Мы спрашиваем, что с тобой случилось? Он говорит, да, у меня постоянно часто бывает такое, что-то, видимо, приснится, и это, кричит. Он говорит, это Чечня мне сказывается. А у нас нет, все хорошо, слава Богу. Ну, а вы сейчас боитесь, как ему вернется? Нет, мы не боимся. Будем принимать, будем, как говорится, жить, привыкать, подстраиваться где-то как-то. Ничего страшного, переживем все. А если вот так посмотреть, то какой был в вашей жизни самый счастливый момент?
Ой, не знаю, даже, наверное, когда я поступила в институт, когда увидела свою фамилию в абитуриентах. У меня еще тогда получилось так, что одинаковое число баллов было, у меня 16 баллов было, все четверки, и столько же баллов было у дочери учительницы, а учительница эта была депутатом, областным депутатом. Так вот, стоял вопрос, или ее, или меня. Мне старшая-то сестра и говорит: ой, Валя, все, тебя не примут, квартиру возьмут. Я в 6 утра встала, трамваи не ходили, я пешком дошла до института, а там сторож. Тебе говорит: чего? Я говорю: мне надо результат посмотреть. Так подожди, видишь, институт закрыт. Сидела на крылечке, дожидалась. А когда увидела, что я в числе абитуриентов, так я пешком обратно бегом бежала уже на радостях. А вы верующий человек? Да, я верю. У меня своя вера в это самое. И крещённая тоже. Но в наш храм я не хожу. Никогда мне. Это столько надо времени потерять, там стоять в выходной. Я лучше напеку детям шаник, да пирогов, да рыбников, да накормлю их вкусно. У нас выходной заведено так, каждый выходной. Все приходят, все тут. После бани здесь остаются. Вот, бабушки, праздник, пироги. Надо внуков побаловать. Гордитесь вы собой? Ну как, не знаю. Пусть дети мной гордятся, смотрят по телевизору на меня. Я первый почетный гражданин села. Вон лента висит до сих пор. Я считаю, что у меня жизнь нормальная. Я не обижаюсь на свою жизнь, хоть сейчас вот и одна. Вот и снег надо порхать, и дрова носить, и все надо делать. Но я считаю, что у меня жизнь нормальная вполне. Я удовлетворена своей жизнью. Я не бедствую. Вот скоро буду рассаду ростить. Дня через два буду сеять семена. Весна придет, надо грядки копать. Сын приедет, спашет. Борозды сделают, а я бороню, сажаю все. В теплицу скоро сажать надо будет. Все кругом дела. А вы в Бога верите? Нет. Как нет? Так, Бога нет. А что после смерти бывает? Ничего не бывает. Что, если человек умер? Чего там будет? Ничего не будет. А смысл в чем жизни? Смысл жизни я вижу, вот, что я тружусь, у меня дети рождены, воспитаны, дети растут. Общество какое-то, взаимосвязь между людьми. Наверное, цель жизни – воспитать детей, достойных в отечество. То есть все-таки не для себя, а для отечества? Конечно. Человек должен жить в обществе. А общество – это государство, маленькое общество. Семья – это маленькое общество. Вот наша Устяночка – побольше общество. Совет села – еще побольше. И в целом все это общество, все эти общества образуют государство. А как без государства? А тот, кто управляет государством, это разве государство? Президент, который управляет государством. А если он что-то... Я ведь вот не совет села, а я председатель совета села. И я одна... Ничто не значу, хотя вроде я и человек уважаемый, и без хвастовства скажу, вот со мной все считаются, и Бутерин со мной считается. Нет, нет, да и позвонит, вот Валентина Павловна, как вы считаете, вот это, как лучше? Ну, я ему говорю, советую, вот так давай, Владимир Федорович, сделаем. А вот если бы не Владимир Федорович, была бы у вас такая хорошая здесь жизнь? Нет. То есть получается, что все зависит от одного человека? Да. А кто, выходит, больше сделал для Березника? Владимир Федорович или Владимир Владимирович? Владимир Федорович. А почему получаешь налоги, там, или ребята умирают, или еще что-то за Владимира Владимировича, не за Владимира Федоровича? Владимир Федорович – это ведь частное лицо, а то ведь государственный человек. А государству можно сказать «нет»?
Нельзя так сказать. Почему? Да потому что ты гражданин этого государства. А если оно не право? Если так все будут говорить, да кто будет защищать государство? Ну смотрите, как здесь без государства хорошо все вышло. Без государства, и Владимир Федорович, кто бы был никто? Как без государства-то жить-то?